Дорогие друзья, здравствуйте, меня зовут Владимир Гольштейн, и мы начинаем нашу программу, которую, я надеюсь, что ожидали многие, ну, мы так ожидали точно, называется она «Место встречи», а более точное название сегодня – не просто место встречи, а Украина – страна-парадокс. Сегодня мы будем разговаривать об Украине, обо всем вокруг Украины и обо всем внутри Украины. Ну и рядом со мной находится политолог по профессии Станислав Вольховский. Привет, Слава. Привет, это опять я. Здравствуйте всем, кто нас слушает. Еще раз зажжем, как ты говоришь, и не погасим. Точно, сегодня уж точно не погасим. Ну и кроме того, сегодня у нас будет вообще не диалог, а триалог, потому что сегодня я хочу попросить участвовать в обсуждении нашего уважаемого оператора. Есть такой термин «оператор света». Оператор, звукооператор. Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Рад вас видеть в студии. Так что, В общем, триалог. Зажигаем, да? Ну, как вы понимаете, телефон студии у нас остался тем же. 847-400-5200. Сейчас мы вначале обозначим тему и кое-что скажем от себя. А потом не стесняйтесь, пожалуйста, можно и нужно звонить на этот номер и участвовать в нашем, так сказать, живом обсуждении украинской тематики. Да, но я еще одну хочу вещь вам сказать. Сегодня у нас совершенно необычный эфир, потому что мы сегодня со Славой, ну, в общем, постараемся не поссориться, да, Слава? Да, почему постараемся не поссориться, потому что вот в отличие от, так сказать, предвыборной и выборной американской тематики, взгляды на украинскую ситуацию у нас со Славой несколько разные, причем слово «несколько», оно, так сказать, мягкое. Вот, ну, в общем, в некотором смысле мы по разные стороны, уж не знаю, чего там. Ну, я вот еще вначале сейчас скажу пару слов о себе, и не буду говорить о взглядах, просто скажу о небольшом своем опыте годичной давности, а потом уже передам слово Славе, и он выскажет вообще свою точку зрения обо всем. Так вот, друзья, примерно год назад, в октябре прошлого года, я был в Украине и находился вот в тех самых местах, поехал туда вот в районы боевых действий, хотя там я был с другими целями в этой стране, в моей родной стране, родом я из Днепропетровска, вот страшную тайну открыл. А Слава, кстати, кто не знает, он родился в Киеве, а потом в Москву переехал. Мы об этом говорили в прошлый раз. В его молодости, а потом уже в Америку. Так вот, я был вот на этих самых передовых там рубежах со стороны украинской и делал там репортаж для Чикагской газеты, поэтому я еще и с этой точки зрения в теме. Ну, я уже больше ничего развивать не буду и просто вот передаю слово Славе. Слав, ну что ты там про Украину вообще думаешь? Ну, я просто, да, ты правильно сказал, что я действительно родился в Киеве, то есть жил в двух столицах, в Киеве и в Москве. И, кстати, 5 лет целых учил в киевской школе украинский язык, который я до сих пор люблю. Говорить мне на нем уже немножко трудно без практики, но читаю я свободно и иногда люблю почитать именно что-нибудь по-украински. У меня есть книги на украинском языке. Слава, они тебя вот, сейчас, наши такая... украинские слушатели, будут в ужасе, надо говорить украински. У нас начались разночтения уже. Ну да, вот. Главное нам не подраться, или во всяком случае подраться мирно. Я должен отметить для наших слушателей, что стаканов сока у нас здесь не вот стоит. Вот с кипятком стоит. Вот, вот, вот видите, стоит. Вот это просто да, чай. Вот, как поэтому знать, как это знать. Уже... ну, сейчас проверим. Да. Вот. Итак, что касается Украины, ну что ж, мы давай с тобой, может быть, все-таки согласимся, что Украина сейчас находится не в Европе, а немножко... Без рифмы. Да, вот именно я, как раз ты меня предвосхитил, да, вот, и ситуация там, конечно, не очень веселая, и я считаю, не знаю, как ты, но я считаю, что это, конечно, последствия того печального обстоятельства, которое некоторые называют революцией достоинства, другие называют Майдан, и именно этот Майдан погрузил Украину в пучину гражданского конфликта, а равно и привязал ее к весьма-весьма зловещим силам, которые ныне в мире существуют. А зловещие силы — это тот самый Запад, где мы сейчас живем, или какие-то другие? Ну, не весь Запад, но, по крайней мере, такие люди, как человек, который у нас сегодня пытается
избраться президентом. Он называет себя избранный президент. Все мы его хорошо знаем. И, возможно, ему действительно удастся этот фокус, и он станет президентом США. Потому что в администрации Обамы этот человек, по секрету скажем, его звали Джо Байден, он являлся как бы смотрящим за Украиной и очень весело там порезвился с членами своей семьи. То есть это выгодно Украине, то, что он президентом может стать? Ну, как сказать? Я не думаю, что это выгодно Украине, просто потому что Байден Украину очень хорошо пограбил в течение своего, так сказать, кураторства. И, в общем-то говоря, единственный способ, каким Украина может интегрироваться, вот, скажем так, вот в европейское сообщество или в атлантическое сообщество, это так же, как ягненок может интегрироваться во льва, то есть путем, так сказать, пищи. Слава, можно я тебя спровоцирую? Вот мне спровоцирую. Очень можно, да. А как правильно говорить все-таки, как ты думаешь, в Украине или на Украине? Понимаешь, я уехал еще из Советского Союза, и в моем Советском Союзе, где было все-таки реальная дружба и братство народов, хотя там тоже были свои проблемы, вот там говорили на Украине. Поэтому я из уважения к почившей к Бозе советской стране, которая принесла мне лично и многим людям, в том числе, я уверен, и тебе много хорошего, говорю на Украине. Понятно. Кстати, Тарас Шевченко... Если удариться в классику, он сказал: «Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі». Та отож, це, звісно, так. Вот. Так, поэтому, так, можу підтвердити. Це класика. Поэтому я не знаю, як хто утверждает. Но вот мы выросли на Украине. Ну, я должен сказать, логика, что... Логика там есть, как, да, вот почему говорят. Потому что на Украине это когда она республикой была, а теперь стала отдельной страной, и нужно уже говорить в каком-то, значит, государстве, то есть в Украине. Ну, логика такая. Это немножко похоже на зло маме отморожу себе уши. То есть, если нету реального какого-то суверенитета или реальной государственности, то приходится выдумывать игру словами, приходится выдумывать всяческие такие приколы, ну, для того, чтобы как-то самоутвердиться. Это немножко по-детски или такая подростковая штучка. Ну, я хочу теперь задать тебе уже более серьезный вопрос. Напомню, наш телефон студии 847-400-5200. Нам можно звонить. Вопрос такой. У меня, конечно же, есть масса друзей сейчас, но все-таки, извините, в Украине, я уж по-своему здесь, так бывает. Вот. И они мне говорят, что там сейчас такая ситуация. Вот-вот чуть ли не свергнут Зеленского, потому что протестуют предприниматели, якобы в Киеве серьезные акции протеста, и они не освещаются, а предприниматели протестуют, потому что повысили налоги команда Зеленского, очевидно, по рекомендации МВФ или других западных структур, и предприниматели в ужасе, бизнес вести нельзя, массовые протесты и автобусы, и, в общем, чуть ли не новый Майдан. Так вот вопрос, как ты думаешь, есть некие реальные предпосылки к тому, что, ну, в общем, правление Зеленского закончится? Вот. И второе, так сказать, часть вопроса, ну, не знаю, связаны они, нет. Как ты считаешь, а каким бы идеальным, с твоей точки зрения, была ситуация и вообще отношение Украине, ну, к российской, скажем, тематике? Нужно было бы, вот, так сказать, повернуться в сторону России, как вот Беларусь, да, сейчас, ну, по определенным причинам. Как себя вести надо было бы? Итак, первый вопрос, могут ли сместить каким-то образом Зеленского в ближайшее время? Второй вопрос, как нужно, с твоей точки зрения, себя в идеальном режиме вести с Россией? Ну, Майдан это в какой-то мере уже стал традицией Украины, к сожалению. Это восходит, по-моему, еще к Запорожской вольнице, когда свергали различных гетманов. Ну, не знаю, насколько это успешно для создания и функционирования государства, когда президенты не уходят по-человечески или в результате выборов, а их постоянно улица свергает по, в общем-то, любым поводам, даже, в принципе, легитимным, но все-таки должен быть, я считаю, какой-то процесс. С тем же Януковичем что получилось? Янукович же, в принципе, не собирался, как Лукашенко, править долго, его можно было переизбрать и вообще прогнать на выборах, но вместо этого разрушили вот этот вот нормальный процесс функционирования государства, смены власти, устроили там вот этот вот Содом в Киеве, и поэтому из этого, как говорится, все и получается. Сегодня, да, Зеленский может, в принципе, произойти та же ситуация, просто потому что
таковы немножко вот украинские политические традиции. Единственное, что хорошо, что, слава богу, Украина — это не Киргизия, потому что в Киргизии эти майданы, по-моему, вообще происходят каждый год. Либо не каждый день уже. Ну да, и страна, в общем-то, не вылезает из бедности, потому что, конечно, можно сколько угодно там ходить размахивать национальным флагом и говорить, что там революция победила, провозглашать всякие пафосные такие вот слова, но страна от этого не выиграет, а наоборот проиграет. Потому что каждый такой майдан, он, конечно, бьет и по экономике, и по стабильности, и по безопасности, в том числе и по, так сказать, репутации страны среди ее, скажем так, зарубежных партнеров. Что касается ситуации с Россией, ну, опять же, я выскажу, может быть, не очень популярную такую вещь и скажу, что единственный нормальный путь для развития украинского государства – это тот или иной союз с Россией. Ну, я не хочу говорить штампами, так уже исторически сложилось, но так уже исторически сложилось. Два братских народа, народы, в общем-то, разделенные, и народы, которые друг другу очень близкие и по культуре, и по языку, и по вере. Ну, есть такой вопрос Западной Украины, конечно, мы его не обойдем. Но, в принципе, за историю сложилось вот это вот братство, которое, я думаю, нынешние политики все-таки не разрушили. И нужно быть вместе, и нужно немножко, может быть, вернуться к тем временам, действительно, ну, вернуться в Советский Союз, как известно, нельзя, вот, да, и не следует сейчас, время уже много ушло, но можно вполне построить что-то новое. Я думаю, что Белоруссия при всех, так сказать, проблемах, которые могут быть у Лукашенко, там все-таки сохранилась и стабильность, там имел место определенный экономический рост, и там, конечно, не имело места гражданского конфликта, я уже не говорю о каких-то проявлениях нацизма, о каких-то людях, которые, в общем-то, восхваляют гитлеровских халуев, этого в Белоруссии не было. То есть, подожди, давай мы о Белоруссии сейчас не говорим, но я этот вопрос уже вынужден задать. Ты в целом поддерживаешь, так сказать, сохранение президентства Лукашенко, Александра Лукашенко в Беларуси, я правильно понимаю? И я поддерживаю, потому что в данном случае какой-то реальный альтернативы ему не представлено, потому что, конечно же, когда берут просто человека, отрывают его как бы от плиты и пытаются его посадить в президентское кресло, это же, конечно, будет марионетка очередного Сороса. Это Майя Тихановская сейчас. Да, это Майя Тихановская сейчас, потому что она, ну, какой из нее будет президент? Единственная ее программа — это опять-таки привязаться к Западу. А, как я уже сказал, интегрироваться в западное сообщество можно только в качестве пищи. Тем более, что западное сообщество реально ни Украину, ни Белоруссию к себе не приглашает, не ждет ее там, не считает своей частью, а просто хочет ими попользоваться во всех смыслах. Что и произойдет. Ну, хорошо, а вот Россия не хочет попользоваться, вот, так сказать, с другой стороны Украины? Это была вот первая часть моего следующего вопроса. Может быть, там такая же ситуация, только не с Запада, а с Востока. А вторая часть, ну, а кто же может из политиков в Украине, вот с твоей точки зрения, пойти на это? Вот если не Зеленский, там-то вообще фигур-то вроде, ну кто, Тимошенко, Порошенко, Яценюк, кто? А пойти сейчас на это очень трудно Украине, потому что конфликт это зашел слишком далеко, нужно иметь смелость на это, такую, какая была, например, у президента Египта Анвара Садата, который, несмотря на оппозицию других арабских государств, все-таки подписал мирный договор в свое время с Израилем, знаменитую, как говорили в СССР, Кэмп-Дэвидскую сделку или Кэмп-Дэвидское соглашение. Но чем закончилось для него? Да, это закончилось для Садата трагически, но все-таки он в данном случае проявил недюжинное мужество и государственную мудрость, хотя заплатил, конечно, за это своей жизнью, но в принципе и нужны в государстве именно государственные деятели, которые готовы поставить на кон все, может быть, даже собственную жизнь для того, чтобы добиться каких-то какой-то лучшей жизни для своей страны, а не просто выиграть выборы. В этом наша проблема сегодня во всем мире, что у нас очень мало государственных деятелей везде и очень много политиков, которые не видят дальше своего носа и дальше следующих выборов.
Ну, хорошо, а вот скажи, пожалуйста, ну вот мы сейчас говорим о том, что нету, да, как бы мы не видим пока альтернативы, как я понял ответ твой на вопрос, значит, альтернативы Зеленскому, кто мог бы так вот повести себя иначе с Россией, то есть, ну, наверное, тогда как, он должен меняться, или что должно быть? Если идти в Россию, почему это не может быть Медведчук? Медведчук, что ты думаешь насчет Медведчука? Ну, просто мне не кажется, что он настолько значимая фигура, как, скажем, Тимошенко, Порошенко и Яценюк, может быть, я ошибаюсь. Ну, он там с Россией. Очень, что да. Интересно, я думаю, что эти фигуры уже во многом отыграны. Может быть, нужно появление какого-то нового человека, и человека не такого, как Зеленский, в общем-то, как бывшего актера, а человека все-таки более системного, может быть, даже из военных или из спецслужб. В принципе, спецслужбисты друг с другом смогут, наверное, надежнее договориться. И потом... Возможно, опять-таки, как в случае с вот этим вот Кэмп-Дэвидским соглашением, легче на такие вещи могут идти люди, которые имеют либо прошлое военное, либо которые все-таки не замечены ранее, может быть, в слишком пророссийских симпатиях. Вот такой вот парадокс. То есть Бегина же тоже критиковали, в принципе, за то, что он с Израилем пошел на это соглашение, но Бегин, поскольку он был очень консервативный человек, не было вопросов там насчет его возможного предательства или измены, то, в принципе, такой человек мог бы пойти на то, что, на что не мог бы пойти более либеральный политик. Так что, может быть, мы даже увидим какой-нибудь парадокс, и человек, который более националистически настроен, он, если он любит действительно Украину, если он действительно заинтересован в процветании украинского народа, то нужно принимать какие-то решения нестандартные, как говорят в Америке, thinking outside the box. Они по-прежнему находятся в этой коробке, в этой, в этом, собственно говоря, бандеровском старом истлевшем гробу с трупом Бандеры. Надо оттуда выбираться как-то. Ну, хорошо. А вот еще такой вопрос, да. Ты вообще считаешь, что вот выборы, да, когда выбирали Зеленского, итоги их, это реальные итоги, это все честно прошло? Там порядка 70%, я напомню, голосов было отдано за Зеленского. Действительно, вот настолько тогда была поддержка, значит, его авторитет был, ну, выше крыши. Это, собственно, по этим цифрам это очевидно. Ну, сегодня выборы – это вообще такая немодная штука. Сегодня в наше время очень модно оспаривать итоги выборов. То есть, в принципе, я даже не знаю, насколько. Ну, конечно, у него была достаточно значительная поддержка, просто потому что кандидаты, которые были другие, они были гораздо хуже его. То есть, по принципу того, что, ну, лучше тот, кого мы, допустим, не знаем, мы знаем как актера. Опять же, помогло то, что Зеленский актер, и что он играл именно вот такого вот человека из народа, который пришел и начал чистить эти авгиевые конюшни власти. Это очень красивая сказка. Мы еще одного актера знаем, который стал президентом. Да, мы знаем еще одного актера, который стал президентом, но он все-таки до этого побывал и губернатором, в частности, то есть он в политике поработал. Он не сразу из Голливуда прыгнул в президентство. Но и им манипулировали определенные круги, определенные силы. Ты, я думаю, говоришь о Рейгане. Конечно. Вот. И в данном случае мы знаем, что Рейган, в общем-то, передоверял очень многое своим советникам и своим помощникам, а сам, в общем, уже человек в возрасте, он не всегда контролировал все рычаги политики. Зеленский человек молодой, но он тоже ориентируется на человека, который его очень сильно поддержал, хорошо нам всем известного господина Коломойского, который, кстати, очень интересная фигура в украинской политике. Может быть, я не знаю, ты что-нибудь новое о нем можешь рассказать? Да, я могу рассказать много всего, потому что я даже одно время работал в одной из его структур. Ну вот. Той самой. И именно поэтому. И вот он, кстати, очень интересный человек. Несмотря на то, что он очень связан был и с Майданом, и со всей этой ситуацией, и, в общем-то, даже спонсировал вот эти вот экстремистские батальоны, но вместе с тем, возможно, у него есть возможность как-то к России тоже навести мосты. Слушаем вас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я как бы так по случайности тоже из Украины, и вот мне обидно, что я слышу только одну точку зрения. Вы из Харькова, да, я правильно понял? Нет, я не из Харькова, я, к сожалению, из одной этих столиц
которые себя объявили индепендент. Но их всего две, то есть Донецкий или Донецкий. Вот, вот я из одной из них, понятно, как говорится. Народные республики. Да, да, народные. Но они такие народные, как вы меня извините. Так. Вот, чисто криминалистические элементы правят этими республиками. Вот мы сейчас мнение Славы тоже на отчет послушаем. Мы слушаем вас сейчас. Вот мне бы хотелось услышать мнение другое, потому что, ну, то, что по отношению к нашему этому товарищу, который стремится в президенты, у меня мнение с вами совпадает, и у многих наших слушателей, я так думаю, совпадает. А вот насчет Украины, я думаю, что вы очень неправы, потому что вы видите все это из Москвы. О, мы этого ждали. Спасибо вам, Слава. Противостояние. У меня есть группа поддержки. Понимаешь, вот они прямо за моей спиной выстрелились, я их чувствую. Так, давай. Это очень хорошо, что у нас люди с разным мнением, потому что это основа любого нормального общества. Это когда у людей есть свое мнение. Главное, когда это мнение обоснованное, когда люди его могут обосновать, и когда они думают своей головой. Я это всегда подчеркиваю, вот когда такие политические программы делаю, делаем наши видео, то думать надо своей головой. Это хорошо, что у вас такое вот мнение, но не обязательно должно быть сходным со мной. Я очень рад, что вы думаете по-другому. Ну, я вижу это все-таки не из Москвы, потому что я нахожусь в Чикаго, вот, ну, или в пригороде Чикаго, поэтому... Но работаешь в даунтауне на государственную американскую организацию. Да, вот, но опять же подчеркнем, что мои взгляды – это мои взгляды, я не выражаю взгляды своей организации или какой-либо другой, и... Давай скажем, а то не все знают, это не ЦРУ, мы скажем, да, нет, это на всякий случай. Нет, это даже не ФБР. Это очень мирная, хорошая, добрая организация, министерство, вот, которое помогает людям. Давай поэтому... мы звонок примем, а то у нас времени. Да, слушаем вас в эфире. Слушаем вас. Не услышали. Так, значит, ну, смотрите, да, Слав, я единственное хочу сказать, друзья, мы сейчас уже скоро уйдем на рекламную паузу. Я обещаю всем, кто, я чувствую, да, такую прямо ауру за моей спиной, значит, все, кто хотел сказать, но не сказал, что нужно выразить иное мнение, я обещаю вам это мнение донести сразу после рекламы. Я выступлю оппонентом Славы. Не вам... надо доносов. Да, ну, как получится, как получится. Оперу не пишите. У меня, пока мы не ушли на рекламу, у меня есть вопрос. Все хорошо. Украина, Россия, допустим. А что делать с Донбассом и с Крымом? Ну, вот это уже я ответил на это сейчас. Ну, Крым уже ушел, отчалил это все. Донбасс, по-видимому, тоже ушел, отчалил. Или, может быть, какая-то другая структура. Но чем дальше, тем менее вероятно. Это очень быстрый ответ. И, в деталях можно позже. Ну, наверное, потому что это очень серьезный такой вопрос. Потому что никто же не забудет Крым, я имею в виду на Украине или в Украине, и никто не забудет и не простит России Донбасс, вот в чем дело. Поэтому как туда вернуться и что должна сделать Россия для того, чтобы наладить вот это натянутые эти отношения, мягко говоря, даже не представляю. Да. Добрый день, вы в эфире. Да, добрый день. На русском телевидении там есть такая программа «Соловьева». Угу. Так там тоже выступают такие так называемые политологи, эксперты. Так по сравнению с ними ваш гость просто какой-то примитив. Слава Богу. Слава, тебе надо подтянуться к Соловьеву. Быстренько. Ну, я не могу немножко, да, смотреть. Соревноваться с мастерами мне очень трудно. Он я старается. На волшебнике я еще учусь. Они такими громкими голосами кричат. А кричать не надо. Он будет кричать стараться. Никогда не надо. Добрый надо день, вы в эфире. Вы в эфире. Добрый день. Я согласен. Ребята, ответьте мне на вопрос, какой смысл вашей передачи, особенно Славика? Не надо Славика слушать, включить Соловьева, Хабееву. Я объясню сейчас, какой смысл, да, отвечаю на ваш вопрос. Смысл... А вы Соловьева смогли бы позвонить? Дозвониться? Что-что? Вы до Соловьева бы смогли дозвониться? Или до Скобеевой? Вряд ли, Вряд ли. А сюда дозвонились. Вот у меня наш уважаемый звукооператор как раз, так сказать, выхватил ответ. Здесь мы можем вместе обсудить. Предположим, не могу позвонить, но могу высказаться на YouTube, смотреть и
Ну да. Ну, главное, чтобы там кто-то прочитал. Это точно. Здесь вы можете. Здесь мы с вами. Смысл этой программы нашей. Ну, можно сказать, что это определенное ток-шоу, но смысл именно в этом. Действительно, Станислав профессиональный американский политолог, и в то же время он жил и в Украине, и в России прекрасно, в Советском Союзе знает ситуацию, поэтому можно со мной и с ним. Ну, а я просто так тут со стороны не мешаю. Поэтому, значит, можно и со мной, и с ним, и с Анатолием все это обсудить и легко позвонить к нам в студию. В этом прелесть. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Тараса. Но это звонят такие люди, которые, как в нашей Раше, помнишь, разговаривали с телевизором. Да, Генчик, да, я помню. Вот это Соловьев говорит, ты же не понимаешь. А сам говорит, о чем ты говоришь? Да нет, он же не понимает. Так, а тут он с вами поговорил, ему стало легче. Да, ему стало легче, он перестал дышать, все правильно. Спасибо, Генчик, давай, давай, мы бегим, бегим. Ну, поверьте, что еще интересно будет, потому что вы сейчас услышали только точку зрения Станислава, я ему дал возможность высказаться, мы обсуждали его ответы на мои вопросы, но после рекламной паузы я собираюсь вам и в его присутствии, как это не страшно звучит, со стаканом воды в руках, ему я тоже стакан воды дам, значит, вот высказать свою точку зрения, как раз она будет совершенно другой. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, здравствуйте еще раз. Меня по-прежнему зовут Владимир Гольштейн. Рядом со мной по-прежнему политолог Станислав Вольховский. И у нас продолжение программы «Место встречи», которая называется «Украина. Страна. Парадокс». Ну, я еще расскажу сейчас вот здесь вот прямо телефон, по которому нам можно звонить. 847-400-5200. И, как и обещал, сейчас будет, так сказать, дан отпор. Вот отпор. Высказано... Сейчас будет жарко. Жарко, да. Альтернативная точка зрения мною. Я не политолог, но это еще хуже, потому что я, не, так сказать, не кабинет. И даже не учусь. Не то слово. Учусь, жизнь меня учит. И вот жизнь меня учила как раз год назад, как я уже говорил в начале, когда я был в Украине, это очень важно. Вот у Славы мускулы напряглись, я прямо налились свинцовой силы рядом со мной, но все-таки я продолжаю. Но по-доброму, по-хорошему. Это еще неизвестно, сейчас я дальше пойду. И вот, значит, я приехал в Украину, поехал туда на линию фронта с волонтерами. Как они меня туда провозили с американским паспортом, я вам не буду рассказывать. Это, значит, полный триллер. Но провезли через все эти пункты там. И я, вот, значит, был там среди вот военных, да. Ну, пули не свистели уж совсем у виска, но все это было достаточно близко. Но, знаете, дело даже не в этом, а в том, что я окунулся во всю эту ауру. И это многие мои предыдущие впечатления и убеждения дополнило. Я в 2014 году тоже так получилось, находился прямо там. Не на Майдане, нет, это было в Днепропетровске, но это было в самый разгар событий, во всем этом я находился. Туда приходили, ну так, по-простому, значит, гробы с трупами, с передовой, все это было вокруг, все на самом деле реально боялись, что российские танки вот-вот дойдут, в том числе и туда, и я вам рассказываю ситуацию реальную в Днепропетровске, внутри которой я находился лично я, это уже не из интернета и не понаслышке. Но дело даже все не в этом, а в том, что я вот сейчас свою точку зрения выражу на все эти события, которую я знаю, ну, по крайней мере, в той части Украины, из которой я родом, ее поддерживает очень большое количество людей. Так вот, точка зрения заключается в следующем. Значит, Янукович, которого, ну, будем говорить прямо, свергли, это была вынужденная мера, потому что он был полностью коррумпирован, находясь вот в этой всей, значит, Донецкой там, ну, все знают эту историю, в Донецкой группировке, под себя и под своих родственников, знакомых подтягивал все бизнесы. И, значит, его продажность, она полностью распространилась на ситуацию с Россией. Он был готов продать страну туда за большие деньги, только для того, чтобы она не вошла в союз, так сказать, с Западом, а была вот в этом, значит, союзе с Россией, в том числе и в союзе юридическом. И когда в тот момент там быстро так пропетляла, пыталась пропетлять партия регионов, вдруг переключиться от курса на Запад в сторону, значит, России, все и обострилось. Начался, развернулся Майдан, ну, а дальше всю, значит, ситуацию уже потом вы все это дело знаете. Поэтому, на мой взгляд, там была объективная ситуация. Другое дело, что... Значит, Крым действительно всегда тяготел, всегда так было, к России. Я ездил часто в Крым и прекрасно знаю. Это объективная картина. И глупые все эти, значит, начинания и окончания украинских властей, которые пытались навязать Севастополю смотреть фильмы в кино на украинском языке, они вот и привели к тому, к чему привели. Но не только дело в Севастополе, а навязывание украинской культуры в русскоязычное, значит, население Крыма и многое другое привело к тому, что даже если там на том референдуме было что-то добавлено, в целом на референдуме, связанном с выходом, да, так сказать, с тем, чтобы примкнуть к России, то в принципе это правда. Они так и, этого и хотели. С Донбассом там ситуация, значит, менее однозначная, безусловно.
безусловно. Но что я хочу донести? Значит, я считаю, что если бы тогда ситуация как-то не так повернулась, а вот в законодательном поле, как мы говорим, да, как Слава говорил, ну, в разгар этих майдановских событий в 2014-м, то закончилось бы все тем, что, ну, по-простому скажу, Украина попала бы под пяту российскую, под пяту нашего, моего тезки, скажем так, уже жестче скажу, вот, и... В итоге это было бы куда большее противостояние, чуть ли не партизанская война, потому что все мы прекрасно понимаем, что Запад Украины, каким образом он настроен, да, националисты, да, но это те националисты, которые пошли на фронт и там, значит, ложились на фронте под пули, и вот благодаря им танки и не оказались как раз вот в том же Днепре или где-то в Киеве российские. Это мое мнение, но вот оно такое. Поэтому с ними тоже приходится считаться, и у того же Зеленского выхода нет, ему нужно с ними заигрывать, потому что иначе некому будет там находиться. Я, в принципе, все сказал, мы принимаем звонок. Слушаем вас. Вы в эфире. Слушаем вас, вы в эфире. Не слышим вас. Говорите, пожалуйста. Говорите. Ты всех потряс. Да, видимо, я потряс, и человек потерял до речи. Ну, так сказать, он до речи сейчас вернется, я подозреваю. Я, в принципе, по большому счету, все то, что хотел вот, озвучить, озвучил. Вижу, что Слава сначала поднял, потом стакан поставил на место. Еще раз принимаем звонок ваш. Вы в эфире, слушаем вас. А вы в эфире уже? Вы в эфире. Значит, что я хочу сказать. Я с Донбасса. Был успешным фермером и 17 километров от российской границы. В 2014 году надо мной летели российские снаряды. Надо мной летели российские бронетехника и так далее, и так далее. И поэтому... Слава зовут этого. Он обыкновенный провокатор. Обыкновенный. Давайте без тут. Только, пожалуйста, тактично. Не буду. Вы по существу, скажу, да, пожалуйста. Давайте закончим так. Не страшно. Меня ограбили. Полностью остался в одних носках и трусах. Товарищи, называемые патриоты ДНР. Ну, среди них было 90% российских бродяг. И поэтому, когда вы говорите, что скорее с Россией дружить и так далее, я на своей шкуре попробовал, что такое Россия. На своей шкуре. А потом, когда мы приехавши сюда к детям, потом через время связавшись опять с Донбассом, а некоторые говорят, лучше бы их здесь убили, чем сейчас они живут в Америке. И я хочу сказать, к Украине отношусь очень хорошо. Ну, сейчас там такое непонятное событие, что я хочу сказать, что и хочется помочь их, что-то хочется сделать, и что... А вот тупиковая какая-то ситуация. Тупиковая. Ясно, поэтому, спасибо. Что... Да, спасибо. У нас еще звонок, и слушаем. Пропусти. Я хочу одну вещь. Сейчас Лава на все ответит. Я хочу, друзья, вам теперь уже серьезно сказать одну важную вещь. Значит, вот в отношении... Сейчас там звонок, сейчас я закончу мысль. Значит, в отношении всех этих стаканов воды и все, если честно, мы шутим с вами. Значит, у нас со Славой в любом случае, мы с ним дружим, и не собираемся ни в коем случае ссориться. И мы хотим, если честно, многим преподать урок, как при совершенно разных мнениях на важные вещи, а мнения у нас разные, мы можем продолжать дружить и корректно общаться. Это один из смысла в нашей программе. Я вас призываю к тому же, если мнение у вас другое, выражайте его корректно. Слушаем вас. Вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте еще раз. Я хотела сказать, что я до того, как пришел Трамп, была уверена, что Запад – это замечательное объединение и такое, как говорится, светлое будущее всего человечества. Но теперь мы узнали, чего они стоят, и поэтому... я не знаю, куда бедному крестьянину податься, что называется. Красные что делать пришли, Украине? Рабят белые пришли, да. И там плохо, и там плохо. Что с Россией? Она при российском правлении потеряла Украина 10 миллионов во время Голодомора. Что сейчас, как говорится, идти в светлое будущее коммунизм с Европой и нашим, не дай бог, будущим правителем. Да. Что делать? Вот скажите, пожалуйста, вы как политологи, что вы посоветуете? Спасибо. У нас есть еще звонки. Мы сейчас примем ваш звонок. Единственное, я хочу сказать, Слава, есть предложение, может быть, давай обсудим. Нужно к Израилю примкнуть, к Украине. Как ты думаешь? Нет, сейчас мы ответим. А Израиль захочет? Ну вот, так, еще один, мы решим этот вопрос сейчас. Еще один звонок в эфире у нас. Слушаем вас. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. У меня вопрос к Славику. Славик, ответьте на вопрос, кто занял вооруженным путем город Славянск и кто Стрелков, с каким паспортом, с бэкграундом и так далее. Это был первый украинский город, который был захвачен вооруженным путем. Спасибо. Так, это был вопрос. Все, да? Можно? Еще у нас есть. Еще один давайте. Еще звонок примем. Слава уже записывает. Слушаем вас.
Добрий день. Добрий день. Вітаю також українських слухачів. Доброго дня. Слава, то я даже вітаємо. Коментувати не буду насчет Слави, это вообще можна действительно Соловьева слушать. Но я не согласна с вами вообще, я согласна с тем, что вы сказали, ну, the rest of your story, но не про Крым, потому что мы не можем, если Крым пенсии получает и зарплаты получает, и там молодое поколение, дети растут, и эти дети не растут в украинской культуре, не знают, не любят украинский флаг, не любят наш украинский язык, то это уже не наши дети. А Крым нам не был подарен никем, и вы уже, наверное, про это говорили, я просто не слушала. Затопили сотни сел украинских, убили много людей, вывезли людей. Это был как второй геноцид, что для того, чтобы воду провести в Крым. Поэтому Крым — это наша земля. Я не знаю, ли мы ее когда-то назад возьмем, но это наша земля. Извините, я понял. А скажите, как вас зовут? Если не... Наталья. Наталь, смотрите, я вот что хочу сказать вам. Я не хотел не это обсуждать. Все, что я хотел сказать, то, что я множество раз был в Крыму, и изнутри знаю там реальную ситуацию, и те люди в массе своей, которые там живут, неважно почему, они в реальности тяготеют к этому вот российскому всему, включая менталитет. Я вам скажу, почему. Потому что в Крым вот это все КГБ, которое убивало наших украинских людей в Украине, они потом на пенсии все выезжали туда. Но разница большая в этом есть, что дети, которые уже подрастали, если вы смотрели, вот не, даже когда вот уже русские оккупировали, там была школа, когда дети вышли в украинских с украинским флагом, это уже наше поколение, наши украинские дети. Они хотели это все повернуть под русский флаг, русский язык, если ты не разговариваешь мовою свого народу, если ты не любишь свой флаг, не любишь свой язык, свою культуру, это не твоя земля, значит, ты не украинец. Ясно, хорошо, спасибо вам большое, мы вас услышали. Принимаем еще звонок. А, все у нас, вот можно отвечать, счастливый момент. Ну что ж, очень интересное мнение, всем спасибо, потому что действительно трудно вести дискуссию, если все с тобой соглашаются и все думают так, как ты. Но сейчас уже, вот. Уже легко вести. Да, сейчас уже очень легко вести. Да. Вот, и, Володя, спасибо тебе за твое мнение, оно было очень интересно, и с определенными вещами я тоже не могу не согласиться. Вот, ну, сначала быстро... Про Крым. Тем, что тебя зовут Володя. Нет, с тем, что в Крыму действительно не хотели в Россию. Вот с этим. Не только это, а быстренько по вопросам. Вот, я немножко пройдусь, потому что время у нас уже скоро заканчивается, я хочу немножко побеседовать это вот. Последний вопрос по поводу Крыма. Ну, кто-то из главарей украинского национализма говорил, что нам нужна Украина, украинская или безлюдная. Вот, это немножко сыграло здесь, то есть если действительно там есть люди, которые, как ты правильно признал, тяготеют к России, то просто воспринимать их как бесправных холопов, они должны быть в украинской территории, если они этого не хотят, ну, это, я думаю, неправомерно. Насчет подарка, все-таки я не думаю, что наши слушатели будут отрицать тот факт, что в 1954 году Хрущев действительно подарил Крым, который был частью России, подарил его Украине, сделал это в нарушение многих норм, но даже если бы и не в нарушение, то люди, которым очень не нравится советский коммунистический режим, они почему-то очень держатся за границей, которые провел этот же самый коммунистический режим. Если вам не нравится Сталин, Хрущев, Брежнев и прочие коммунистические лидеры, то, естественно, и все территориальное устройство, которое эти лидеры создали сами, оно ставится под вопрос. Такова жизнь, и, увы, по-другому оно не получается. По поводу Стрелкова... Может быть, мы примем еще... Можно, да, и потом продолжим. Мы слушаем вас. Вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы знаете что, вы знаете тут про Украину и немножко за то же Беларусь. Так я вот что хочу сказать. Сказал, что у Лукашенко нет альтернативы. Да есть хорошие люди там, которые знают. А Лукашенко... И кто они? Он больной. Человек был, у него какая-то там... Как, уж с головой не все в порядке. И то, что начал своих оппонентов убивать, министра МВД Захарченко... И то, что живут хорошо, это все благодаря было России. Ну, она сейчас не о Беларуси. Молодой человек, скажите, просто ради интереса. Вот вы сказали, что там есть нормальные люди. Назовите мне три фамилии, которые могут стать альтернативой к Лукашенко. Подождите, я сейчас хочу еще такой вопрос. Все, до свидания. Что... Добрый день, вы в эфире. Да, добрый день. У меня такой вопрос. А где учат на политологов?
И когда политологи не справляются со своими обязанностями, их выгоняют или так? Да, спасибо. Ну, Слав, это был вопрос о том, какое у тебя образование. Человек не видел наших прошлых программ и думает, что ты самозванец. Надо сказать, откуда. Образование у меня Чикагский университет. Я хочу вас или разочаровать, или наоборот ободрить, что взгляды мои, это взгляды мои собственные. Их мне не подарил Чикагский университет или какое-либо другое учреждение. Это чисто из того исследования и здравого смысла, которым, я надеюсь, я обладаю. То есть я эту ситуацию так вижу, это мое видение из того, что я знаю, того, что я видел и того, что я читал, и из логики исторического процесса, который там происходит. Но я должен буквально за 2 секунды объяснить человеку, который только что позвонил, что Слава так мягко сказал «Чикагский университет». На секундочку, он выпускник магистратуры University of Chicago. Если вы хоть немножко имеете представление о том уровне, который представляет собой Чикаго университет и что такое магистратура в этом университете, вам это абсолютно все расскажет. А ну, то, что ваше мнение не совпадает со мнением Славы, это абсолютно не значит, что бывает. Он такой политолог или такой политолог. Поэтому поверьте мне, credentials, то есть абсолютные, поэтому спокойно. И давайте послушайте, на всякий случай, а вдруг что-нибудь и поймете. Пригодится в хозяйстве. Насчет Стрелкова ты начал. Насчет Стрелкова. Стрелкова, ну, коротко по нему. Стрелков очень мутный персонаж, и если кто не знает, сейчас он очень активно выступает против Путина. Он участвовал в нескольких антипутинских группах и движениях, поэтому говорить о том, что Путин такого человека послал, там вообще ситуация очень мутная, как в любом гражданском конфликте, в любой гражданской войне появляются третьи силы, появляются мародеры, появляются люди, которые наживаются и которые имеют выгоду от того, что воюют два или больше народов. То есть это вполне себе неизбежно. А теперь, что касается немножко по твоему мнению о Януковиче, я абсолютно с тобой согласен, что Януковича не обожествляю, это человек очень коррумпированный. В отличие от тебя, я, может быть, скажу, что это человек не пророссийский. Я думал, ты скажешь, в отличие от тебя он коррумпированный, я уже обрадовался, уже вот у меня след. Но ты хочешь прослыть коррумпированным человеком, но я не знаю. Я могу только хотеть, мне только хотеть остается. Ну, а время за коррупцией, да, осталось. Там у нас звонки есть, да, ну давайте мы примем. Про Януковича я помню. А, нет. Слушаем вас в эфире. Добрый день. Слушаем. Я хочу вспомнить о Чечне. Вот Чечня, там ясно, что русский язык был, как говорится, не в моде, там больше был их собственный язык. И вот Чечня, в принципе, хотела стать самостоятельной. И чем это кончилось для Чечни? Тысячи, десятки, может, сотни тысяч погибших. Что Россия сделала в Чечне? Россия, Украина не сделала по отношению ни к Донбассу, ни к Крыму, ни кто. Только потому, что она, это было не состояние, только потому, что там, она считает, живут украинцы, народ Украины, и применять такие средства, как Россия применяла. В Чечне, да, она на Украине такое применила. Она считала себя не вправе, как вы думаете? Спасибо. Ну, а давай, как же тогда нам быть с Косово и ситуацией там? У нас еще звонок, есть, все линии горят. Ну что, примем, да? Слушаем вас в эфире. Добрый день. Здрасте. Я хотела сказать тоже про Украину. Можете спілкуватися українською мовою, ми розуміємо. Добре. І то я хотіла, власне, сказати, що, що Хрущов, те, що Хрущов подарував Крим Україні, це є таке, знаєте, трошки підвох такий, бо там умирали люди без води і без нічого, і повтікали всі, все спалені, поля були все, бо перед тим, як українці ще за козаччини зайняли цю територію, турками, татарами мали то, то процвітало все, і то, якщо як Росія взяла то, то воно пропадало. І тому знали, що без України то не обійдеться. То так швидко про ту... Добре, дякуємо вас. Дякую за дзвінок. Ще один дзвінок у нас, да? Слухаємо вас у ефірі. Добрий день. Здравствуйте. Слава, скажіть, у вас є брат, сестра? Насколько я знаю, брата у меня нет, сестра у меня есть, она мне не родная, но сестра имеется действительно. Ну вот вы живете на одной лестничной площадке, вы заболели, и к вам приходит сестра, у вас хорошая квартира, и начинает немножко, так сказать, вас сжимать в этой квартире и занимать другую площадь.
а вы больной человек, и в это время вы не можете с ней ничего сделать. И она начинает у вас командовать. Вот такая же ситуация сложилась и Украина, и Россия. Вы говорите, братские, братские. Украина слабая стала, и Путин в этот момент для того, чтобы поднять свой рейтинг и показать, какой он хороший для русского народа, вот он и начал отжимать это все. Разве это правильно? Мы поняли, услышали. Можно ответить про сестру и про Януковича заодно. Отвечаю на вопрос. Еще лучше про сестру Януковича, уже сразу одним. Ну, это можно как про Розу Каганович или так далее, другие мифы, легенды, истории. Про сестру. А почему, собственно говоря, Украина стала слабой? Украина была очень сильной в составе Советского Союза. Если мы посмотрим на положение Украины в СССР после Второй мировой войны, когда Украина даже в ООН входила, то это была очень-очень сильная экономика, сильнейшая, одна из сильнейших в Советском Союзе. А вот как раз, когда вдруг решили из этого состава выйти, Украина вдруг и ослабела. То есть вопрос, а почему же, так сказать, стали слабыми? Я думаю, именно поэтому, и с этого все началось. По поводу Януковича. Янукович человек был очень коррумпированный, он вовсе не был пророссийским, он был типичным украинским политиком, многовекторным, который, как ласковый теленок, хотел сосать сразу много очень маток. Вот это слово не надо было. Ну ладно, как пошло. Значит, вот у нас еще два звонка. Слушаем вас, вы в эфире. Извините, Славик, но я понимаю у вас образование, магистратура, но человек спросил. По данным ООН, в Чечне погибло от рук российской армии 250 тысяч, из них 50 тысяч детей. А вы ему Косово ответ. А я про Косово сказал, потому что международное сообщество, как мы знаем, самое неполживое в мире, признало Косово, хотя его оторвали от Сербии, хотя это был абсолютно незаконный акт, и хотя во главе Косово стояли и стоят люди, которые обвиняются в военных преступлениях, в терроризме и прочих вещах. Почему Косову, допустим, отделиться можно, и все это приветствуют, Крыму отделиться без этого всего насилия нельзя. Последний звонок давайте примем. Слушаем вас в эфире. Да, извините, что меня Анатолий отключил. Я вам скажу, три человека, я могу сказать. Но Лукашенко в свое время говорил, что он это Гитлер очень хорошо сделал, когда пришел к власти. И то, что все хорошее, это все давало Россия деньги. Это одно. Есть хорошее, могу сказать, Бабарейко, потом есть министр культуры, бывшего заведовал. Мы вас услышали, я поняли. Спасибо, сказать, спасибо. Прямо в Россию. Да, мы услышали вас. Я просто, ну, нет смысла уже, просто понятно, о чем речь. Друзья, ну, у нас тут времени немного. Есть у нас хорошая новость, а для кого-то плохая. Мы не успели затронуть тему южнокорейского Боинга. Вообще бы сейчас мы только об этом. Мы вас слушаем, еще один звонок, пожалуйста. Да, пожалуйста. Знаете, что некрасиво, когда вы на полслой перебиваете. Да не, у нас времени нет, вас выслушивают. У нас полно звонков. Всем интересно. Мы вам даем возможность высказаться, но не полчаса, поверьте мне. С удовольствием бы с вами посидел, поговорил, но есть еще звонки. Добрый день, вы в эфире. Алло, добрый день. Слушай, добрый вечер, реально. Сначала у нас Приднестровье, потом Грузия, потом Украина. И вы говорите про Россию, что она такая миролюбивая и добрая. Ну, знаете, не надо ничего придумывать. Просто смотрите историю и все. Она оттяпала, то кругом оттяпывает, где можно. И делает раздоры между народами. Так что скажите правду, знаете. То, что есть на самом деле, не придумывайте непонятно какие сказки. Спасибо. Слав, скажи только одно. Кто сбил этот Боинг? Вот, Об этом мы поговорим в следующей передаче. Видите, Слава, он умеет интригу держать. Это будет у нас отдельно. Так, ну что, нужно подводить итог. У нас тут 20 секунд, наверное, есть буквально. Одна минута. Слав, можно сказать, я уже не буду, пожалуйста, все, что хочешь, за минуту. Ну, опять же, все очень хорошо, что люди звонили. Видно, что им интересно было. Я просто хочу сказать людям, что они должны слышать разные точки зрения, потому что это очень полезно. Я знаю, что здесь в США точка зрения преобладает проукраинская. Хотелось бы все-таки, чтобы была другая точка зрения на эти события. Я думаю, что по вопросам, которым высказывались и звонили люди, действительно могут быть разные точки зрения. И люди, которые живут на Донбассе и страдают от атак Украины, и люди, которые живут на Донбассе и имеют проукраинскую позицию, они равно имеют право высказывать какие-то претензии.
Грузии. Но это логика гражданской войны. Гражданская война там началась почему? Из-за Майдана, а Майдан последовал уже из-за, так сказать, попыток войти хоть тушкой, хоть чучелом в Евросоюз, в НАТО, куда, в общем-то, Украину никогда не звали всерьез и не позовут. Я вас уверяю, этого просто не будет. Ну, поживем, увидим. Спасибо, сегодняшняя программа наша завершается. У нас будут новые следующие интересные программы, в частности, о Навальном мы собираемся обменяться. Ну, разными, это совершенно будет тоже. Разными. Мы зажжем обязательно. Еще больше, чем сегодня. И продолжим. Да. Друзья, до новых встреч. Спасибо. Спасибо.